Итак, некоторые предприниматели не знают, как работает закон, защищающий бизнес от внеплановых проверок различных ведомств. Не знают и об обязанностях этих ведомств, раз верят тому, что Роспотребнадзор, например, тоже занимается предпринимательством и продает книги жалоб. А вот в курсе ли наши горожане, что должно быть в уголке потребителя? Закон о защите прав потребителей обязательно должен быть. Ну, я думаю, продукция, которая пользуется спросом, и описание. Что за продукция, по какой цене, как, ну и мнение посетителей. Сертификат на товар в первую очередь, наверное. Информация, наверное, о правах потребителей, я так думаю, самое важное это. Качественная дата, чтобы было там указано, и все эти состав продукции. Вот самое главное. Перечень продукции, что продается. Ну, информация о продуктах, стоимость их качество. Ну, также о магазине все. Должна быть какая-то информация. Правила пожарной безопасности, план эвакуации, прейскурант, телефоны экстренных служб и контролирующих органов Роспотребнадзора в том числе, а также книга отзывов и предложений. Это и другая информация в зависимости от сферы торговли или оказания услуг должны быть на стендах. О необходимости таковых напомните хозяину магазина или салона, если не найдете уголок потребителя.